Гачинский. Лучшие на континенте. Спасибо огромное, говорит Евгений, за то, что так поддерживали его трибуны. Поверьте мне, я горжусь собой и спасибо всем тем, кто в меня верил, говорит Евгений. Я хочу услышать нашего чемпиона по-русски, но, судя по всему, он все-таки перешел на международный, на английский. Будем слушать. Да, седьмой титул, правильно. Да, это действительно история. Евгений абсолютно прав. Что я могу сказать? Я очень счастлив. Счастливы и мы, уважаемые телезрители, потому что мы стали свидетелями чего-то невероятного. Мы будем рассказывать об этом потоком, а те, кто не видел этого прекрасного выступления, будут горько жалеть. Но обязательно смотрите повтор. Слушаем Плющенко дальше. Сегодня мне нравится все. И Евгения можно понять. Лед прекрасен, отель замечателен, организация прекрасна, все вокруг отличные люди. Российской публике спасибо. Очень тепло наши зрители поддерживали всех российских фигуристов и будут еще поддерживать девушек. Ну-ка, что насчет травмы, скажет Плющенко? Well, I think when I'm gonna be healthy, I can skate a little bit more and a little bit better. Вот так. Я еще лучше могу, когда выздоровлю, сказал Плющенко. After 2 weeks, because I have surgery and I will go to Munich to do the surgery again to my knee, to my meniscus. And then I will practice again, and next year I will compete all season. Сейчас практически на наших глазах Плющенко признается, что он не будет выступать на чемпионате мира, потому что через 2 недели ему предстоит операция в Мюнхене, после чего он начнет готовиться к следующему сезону. И будет готовиться к Сочи, к домашней для России Олимпиаде. Всех приветствует, всех благодарит Евгений Плющенко, и мы счастливы, что он остается еще на пару сезонов. Ну, честно, эмоции переполняют. Не знаю, как вас, но предполагаю, что вы ощущаете то же самое, потому что вот действительно это...